Традиционно краевой фестиваль начался с выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены самые необыкновенные работы детей, чей мир ограничен рамками физического здоровья, но безграничен благодаря их возможностям. На фестиваль они съехались со всего Краснодарского края. Мы сегодня постарались здесь устроить настоящий праздник для детей. Спасибо большое вашему замечательному городу, гостеприимному. Посмотрели выставку, очень понравилось. С каждым годом участников становится все больше. Это приятно, что к нам присоединяются все больше и больше людей, все больше и больше зрителей приходят на это посмотреть. Это приятно. Ребята очень старались. Самый маленький художник Иван Ивлев приехал с мамой и папой из Геленджика. В этом году он пошел в первый класс и творчеством занимается всего несколько месяцев. Но за это время добился неплохих результатов и даже начал осваивать гончарное искусство. Ванин папа Владимир Ивлев очень благодарен организаторам фестиваля за подаренную детям возможность проявить себя. Первый раз участвую, но надеемся, что не последний. Очень понравилось, очень все позитивно, очень откровенно. Видно блеск у детей в глазах. Это самое главное. Эти дети, как и любые другие, любят не только рисовать и мастерить. Они играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, читают стихи и даже показывают акробатические номера. Ребята приехали не только показать свои таланты, но и завести новых друзей. И искренне поддерживали друг друга. Анапчанка Виктория Горбенко занимается музыкой уже 4 года. Коллектив «Дорога добра» – постоянный участник фестиваля. В этом году Виктория поразила всех своим исполнением сложной музыкальной композиции на английском языке. Музыка для Виктории – часть жизни. Коллектив у нас очень дружный, жизнерадостный. Каждый из них мне как брат с сестрой. Если бы их не было, то я была бы одна и никому не нужна. А так у нас своя дружная семья, нас много. Это еще не все. Нас очень много. Есть просто такие детки, которые еще не готовы к сцене, поэтому они делают аппликации, рисуют, а мы поем. Все участники концерта получили специальные подарки и дипломы. Но самое главное, фестиваль зажег столько ярких звездочек, научил детей верить в свои силы и поддерживать друг друга, а зрителей по-настоящему верить в добро и чудеса.